Окей, го на ВК сыграем, разобанили медузу. Я вам покажу, насколько он useless. Ну любая помощь, суки, конченые, useless дауны! Ёбаная команда даунов конченых. Ёбаные конченые хуесосы! Надоело катать без шмота и сливать на мутных рулетках? Не веришь, что есть честные опенкейсы? Пора это исправить. Testidrop.ru – это открытые инвентари ботов, моментальная доставка выигрыша и сотни довольных клиентов. Заходи сейчас, вводи промокод с экрана и получи плюс 10% к балансу. В Rise Kingdom сейчас вообще нереально играть, а Бессала больше нету, то есть... И можно играть только как этим, через Радик, Мжолниры, тогда по-другому им играть вообще невозможно. А Бессала в игре нет, МКБ в игре нет, прикольно, да. То есть раньше были итемы, которые в Райскингу давали дэмэдж, ну, криты были в лейте, а теперь Абиссал не дает дэмэджа, 10 сил, 10 урона, МКБ не дает дэмэджа. То есть в Райскинг, ну, бля, в Райскинга в лейте нету, это уже не лейт. В Райскинг это герои в начале игры, может быть, если на лайне не загнобят, и в мидгейме. А в лейте в Райскинга больше не существует. Будет ли обзор на новый патч Шрек 2.07? И да, почему ты играешь на этой помойке, а не на Ember Spirit, который живучий ебаши? Ну, еще поздравляю тебя с днем рождения. День рождения будет 19 ноября, через два дня. Скажу так, если тебя гнобят, то Ember Spirit будет умирать в раза 3 или 4 чаще, чем медузы. Он нихуя не живучий, если гнобят. Ember Spirit только живучий, если его не гнобят. А потом все равно в лейте, как бы у него там, ну... У него все итемы на дэмэдж, его очень легко убить, на самом деле. Если его споймают. То есть, ну, если у врага пик подходящий, если там у врага какой-то пик с героями типа Тинкера с Хексом или Шторм Спирита, то Эмбер Спирит нихуя не живучий, поверь. Как бы медуза в теории, ну, даже против любого пика может не умирать в теории. Короче, не знаю, кем играть, мне неинтересно никем играть особо. Окей, го на ВК сыграем, разобанили медузу. Я вам покажу, насколько он useless. Ура! Забанили нюкса тоже. По крайней мере, мне контры особо не будет какой-то суперсильный. Чё я раньше покупал на ВК? Покупал щиток, манго, две ветки и два танга. А теперь так нельзя! Гениально. Не, я покупал одну ветку. И два танга. И теперь так тоже нельзя? Прикольно. Тогда... С одним танго играть или чё? О, Клок Соло Харт. Классика скрытого пула. Классика. Так, я поищу пока тут донат про книги. Будет ли на твой стрим в ДР какие-нибудь тематические не. Шарики? Колпаки, да мне плевать, ну обычный день, ДР, ну обычный день. Еще, надеюсь, это общий вопрос, а не личный. А вот, нашел. Не хочешь завести себе домашнее животное? Было. Если можешь, ответь, почему не хочешь заводить... Потому что было, больше не хочу, типа все. Кота или собаку, или хомяка? Ну, за, как бы, знаешь, такое выражение есть? Мы в ответе за тех, кого переручили. Я не хочу быть в ответе ни за кого. Отвечать за вот ответственность за домашнее животное. Я не хочу просто, ну... Я ответственный человек. Так-то. То есть я понимаю, что такое ответственность. Я не хочу следить за домашним животным. Я не хочу себе домашнее животное. У меня было домашнее животное. Больше его нет уже давно. Короче, не хочу. Какие-то шадоу-демоны, блядь, клокверки. Блядь, сейчас пока мне придет Хускар на лайн. Я даже к крипам не подойду. Здорово. Попечь. Недавно видел шикарное кино. Сюжет. США 60-х годов итальянский мафиози Вито Целлери прибывает с целью подмять под себя Лос-Анджелес. Но по ходу сюжета он встречается с Викторией Радичичи и влюбляется в нее. Но ее дядя Дон Богдан, узнав о их тайном романе, приходит в ярости и решает наказать Вито в туза. Кошмар! Забрал руну, поел говна! I still got it! Ну что еще? Котик библиотум. Да вы заебались со своим котиком! Что за хуйня, блядь? Почему-то даун спамит животное ёбнутое, блядь, на всю голову. Ну да, я знал, что он это нажмет. Пойдем и убиваем его, не вы. Окей, найс. Так мана не осталось. Рели! Really?
Ну любая помощь, суки конченые, useless дауны. Ёбаная команда даунов конченых. Ну как задоджить? Никак. Ёбаные конченые хуесосы! Почему никого здесь на лайне не было? У меня три героя бьет. Причем я столько времени выживал, я так долго выживал, я настолько долго выживал. Какие же хуесосы конченые, бля. Вот это команда даунов ёбаных, по-настоящему. Да сдохни! И не мне фраг. Ебать. И хуесос добил. Все, уже слишком сильно горит, сейчас начну руинить. Найс, хуесосы в тиме. Я фау, иди нахуй! Иди нахуй. Я сгорел, когда меня убили, тогда мне не должно было быть смертей на лайне. Это был легкий лайн. Просто три героя и ноль помощи. Просто классика жанра. Хускар на фрифарме или что? Девятый уровень? Почему у меня седьмой? Ноль помощи. Где вы, хуесосы конченые? Где вы? Окей, useless, блядь. Сдохни. Почему этот Хускар на фул фрифарме здесь выебывается, и никто ему ничего не может противопоставить? Сейчас ему разобью ебало нахуй. Хуесосище. Зачем ты это сделал, да, он? Зачем ты закрыл его, чтобы он тебя убил? Что ты ебанул, ты совсем уже? Зачем он закрылся, чтоб и фраг ему отдал? Худший мусор. Ааа, моё, бля! Хотел руну и крипас есть? Ну что? Хуй по всему ебалу. Пукич, это я, Пукич. Пришел из 2045, чтобы сказать тебе, что 2-ой скилл можно выключить, потому что крипы в M30 тем самым пушат линию. Я знаю, я забыл, я давно не играл, блять. Не выебывайся. Тебя погоняло, как ты меня назвал? Все, иди нахуй. Ой нет, ну почему? Почему в этой игре эти крипы присутствуют? Почему именно эти крипы конченые? Непобедимые. Ой, ёбаный даун на Энигме, useless даун, 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 даун. Пиздец, ёбаные дауны, тупые дебилы. Useless даун. Умри, мусор. Либо не нахуй просто, блядь. Ноль помощи, животные тупорылые. Невозможно играть. Животные конченые. Ноль помощи, блять. Как всегда, убивают 10 тысяч лет, ноль помощи. Полный фифрам против клока Сова Харт. Окей, мы проебали опять. Никаких шансов выиграть. GG. Просто геймруин ебаный. Ну что еще? Витамин, это твоя мама? Я места себе не нахожу, мы же не знали, когда вставляли тебе свечки в паку от температуры, что это так далеко зайдет. Я не могу играть против 14 уровня Хускара с такими итемами. Да я не могу ничего сделать, у меня нет уровня, у меня нету ничего. Эта игра закончена. Команда даунов конченых. Ну что еще? У меня нет уровня, я не могу играть. Нравится тебя смотреть, но ПЖ забей ты на этот скрытый пул.
Если тебя слушать и верить, ты бы завершил игру еще года два назад. Ну да, когда начал стримить. Все, чтоб стрим снайперы сосали, и дальше от твоего великолепия подыхали от злости. Я верю в тебя, терпи, иначе не как дота. Это твое, желаю тебе удачи во всем. У меня квок соло хард был против этого чела, который фрифармил. Я не могу с ним конкурировать с таким уровнем, 10 уровень нету итемов. Не могу играть против соло креста или барда, я даже его не могу надамажить. У него герой неуязвимый абсолютно. Даже играть нет смысла уже. Чела герой полностью неуязвим. Кстати, эта игра была совершенно другая, если мне здесь помогли, ну, когда меня убивали. Еще? Если бы я там выжил, это была бы другая игра. Прихочу семник после заводу, хочу вам отсутить для регулер. Просто неуязвимость, блять. Просто неуязвимость. Никто ему ничего не делает, никто кнопки не прожимает на него. Критом промахнулся! Команда ёбаных даунов, мы проебывали просто с тем фрифармом Кускара. И меня здесь убивали, никто ничего не делал. Вот это все зарешало, когда меня здесь убивали, никто ничего не делал. И после этого не мог конкурировать с Кускаром уже, который фрифармил. Ну только МКБ собирать или что? Даже нет выбора, на самом деле, что собирать сейчас. Ну что еще? Где помощь? Где все герои? Посмотрел сериал, захотел почитать. Книга полная, две первых. Там до Ведьмака. Я даже стик не нажал, ой, блядь. Сапковский, конечно, гений. Играть советовать не буду. Не могу играть. Но пропастью советовать не буду. Но мне понравилось. ПТВ, почему на Кускаре не катаешь? Потому что герой хуёвый, поэтому не катаю. Ну, это герой слишком слабый, нет смысла играть. Он слишком легко контрится нынче. То есть, в этой версии это вообще, ну, бесполезно играть. Добрый початок! Ну что еще? Величайший в мире ВК-ков дела. Сколько будет идти стрим? Не дезморалиться. Нисколько. Я не могу не дезморалиться, я не хочу играть. Дауны зарунили вот здесь, когда меня три человека убивало. Никого почему-то не было. Почему всегда, блядь, такая хуйня происходит? Зачем даун умирает перед тем, как они нас будут... А. Или не умирает? Нет, умирает. Окей, ГГ. То есть вы решили умереть перед тем, как нас будут выносить. Почему меня тут видно, блядь? Умри, сука. Хуйная игра. С бессмертным Кускаром. Бля, блевать хочется. Я офну стрим. Подрублю, вот, собственно, 19-го. Мне надо отдохнуть.